6 мая на территории общежития номер 4 студенческого городка прошла торжественная акция «Сад памяти», приуроченная к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Мероприятие организовано Казанским федеральным университетом совместно с Департаментом по молодежной политике, студенческим городком и Координационным советом студенческих общественных организаций и объединений. Данное мероприятие несет патриотический характер, оно традиционно началось с торжественных речей ведущих специалистов Казанского федерального университета. Студенты и преподаватели объединились с одной целью – сохранить память героев Великой Отечественной войны и увековечить ее для потомков. В течение таких мероприятий ты нет да нет все равно начинаешь еще раз вспоминать историю, исторические события, начинаешь чтить еще больше тех героев, которые отдали свою жизнь за защиту нашей Родины. И, конечно же, они увидят плоды своего труда, труда, который они непосредственно сегодня, которым они занимались, через какое-то время уже, то есть зарастут когда деревья, когда мы сможем их уже наяву увидеть, и вишни, и остальные саженцы, которые сегодня были посажены. Международная акция «Сад памяти» проводится не первый год. Впервые она была реализована на территории общежития Казанского университета под номером 1. Студенты-участники, преподаватели и просто неравнодушные сотрудники университета высаживали деревья, тем самым выражали дань памяти героям-освободителям, которые защищали нашу Родину до последнего своего вздоха. Любое проявление таких акций – это и есть патриотическая направленность и патриотическое воспитание. Полагаю, что это очень благотворно влияет. И самое главное, ребята сами занимаются этим с удовольствием. На сегодняшний день мы здесь сажаем вишни, чёрн, черемуха. Цель проведения – создание зеленого памятника каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. На данный момент 85 регионов Российской Федерации и 15 различных стран по всему миру также принимают участие в акции «Сад памяти». Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюз.